этой улочке, совершенно, скажем, можно сказать, возле центральной части города, можно найти заведения, которые отличаются по ценовой категории. И вот здесь вы можете именно на этой улице покушать немножко дешевле, чем вот, допустим, на улице Кьяя, откуда я вас провела. С Нового года забыли снять. Чтобы вы думали, это детская школа. Такое вот интересное, я бы сказала, совсем не школьное здание, но это здание школы детской. Прямо по движению мы можем выйти к Пьяцца Венеция, нет, площади Виктория, и к центральному парку. Повернув налево, мы выйдем к площади Мартири, а повернув направо, куда мы с вами пойдем, мы выйдем к дороге, которая нас приведет к Вилле Пигнателли. Вот. Доставщики пиццы. Знаете, как мне нравится Неаполь? Можно гулять по Неаполю круглогодично. Во время дождя, во время солнца, во время осени, зимы, лета, в любое время. Нужно только знать, откуда попадает солнце на улицу, чтобы можно было спрятаться в тени улицы. И таким образом можно гулять круглый год. На этой улице, в отличие от улицы Толедо, все магазины здесь закрыты. Сегодня. Я не знаю, насколько они будут открыты в понедельник, то есть завтра. Очень красивые, смотрите, деревья, ухоженные, подстриженные, травка убранная. Здесь, в этой части Неаполя, вы точно не найдете никакого мусора, бумажек, какашек и всего того, что можно встретить на площади Гарибальди. Поэтому для тех, кто не знает Неаполя или приезжает сюда просто увидеть какашки, пожалуйста,
приезжайте на площадь Гарибальди, и вот там вы увидите весь вот этот отстойный Неаполь, о котором рассказывают все. А я вам сегодня показываю красивый Неаполь, ухоженный, ту часть Неаполя, где проживают нормальные люди, не иностранцы, которым не наплевать на свое жилье, и которые платят, скажем, плату за то, чтобы их улицы были достойно ухоженные, убранные. И сам, если выгуливают собак, то обязательно не мусорят, не выбрасывают никаких отходов. Конечно же, моей целью нет вас отговорить ни в коем случае, не приезжать, не смотреть, допустим, ту часть. Ну, вы видите, по людям даже. Люди идут, насколько по-другому у них внешний вид выглядит и, скажем, как они себя ведут даже по поведению, нежели с тех вот базаров, которые я снимала возле Гарибальди. Повторюсь, у меня нет никакой цели, допустим, отговорить вас приехать посмотреть Неаполь. Наоборот, я вам показываю Неаполь для того, чтобы вы все-таки приехали как туристы и насладились этим городом, потому что здесь открывается вид на Вомера, на горную часть, для того, чтобы вы все-таки почувствовали, не только прикоснулись к колориту, да, кухне неаполитанской, но вы почувствовали вот эту энергетику города, которая есть здесь, которую дает вулкан, ту жизненную силу, энергию, которым неаполитанцы просто переполнены. На самом деле, ух, какой ветер здесь. Здесь я буду переходить дорогу и хочу вам показать выход к парку Вилла Коммунале. Вот так он выглядит. Вот. Вообще, на самом деле, я преследую цель, чтобы люди, которые смотрят меня, допустим, не имеют возможности самостоятельно побывать в Неаполе, увидели таки Неаполь, а те, которые загорелись желанием посетить Неаполь, все-таки его посетили и, возможно, уже себе какой-то маршрут построили для того, чтобы увидеть определенные места. Сейчас мы двигаемся к Вилле Пигнателли. Если она будет открыта, нам повезет сегодня туда бесплатный вход, как и во все остальные музеи Неаполя. Перечень определенных музеев государственных Неаполя. Не все, повторяю, не все. Покажу вам, какая красота открывается. И на музей Дорна, который совершенно недавно открыли, но, к сожалению, он частный музей, поэтому туда можно попасть только платно. И вот здесь строится остановка метро. Вот огороженная часть с выходами, видите, красными такими бочками. И вывеска метро, она не открыта еще, но в планах ее открыть в следующем году, насколько мне память не изменяет. А мы продолжаем идти к Вилле Пигнателли. Направляю камеру на людей, которые стоят возле входа в виллу. И выходят люди, значит, мы сегодня посмотрим эту виллу. Наслаждаемся видом узких улочек Неаполя. Осталось буквально пару метров к нашему музею. Ну что, ребята, вот вывеска. Вот вход в виллу, и кого я сюда вела, я с вами прощаюсь. До встречи в моем следующем видео. Значит,